Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Rocket Games. И сегодня у нас обзор браузерной игры Territorial.io. Суть этой игры в том, чтобы захватить как можно больше территории. Как только мы заходим в игру, нас встречает вот такое стандартное для его игр. Чуть ниже название игры мы можем поменять наш никнейм. Можем увеличить меню при помощи лупы. Нажав на иконку смайлика, мы можем выбрать несколько эмоций, чтобы использовать их в игре. Вот выберем несколько более актуальных. В палитре мы можем поменять цвет нашей территории. Ну а также у нас здесь есть кнопка туториала и политики конфиденциальности. Чуть выше нам показывается, кто на данный момент лучший игрок в игре и лучшая команда. Вот эти маленькие столбики показывают нам, какой онлайн в игре каждый день. Справа идет отсчет до следующего соревнования. Когда начинается соревнование, у вас есть выбор либо участвовать в нем, либо подождать, пока оно начнется, и тогда можно будет сыграть в обычный режим. Что ж, давайте начнем с одиночной игры. Здесь мы можем выбрать количество ботов, участвующих в игре. Также поменять их сложность. А также выбрать карту из нескольких предложенных. Ну а также увеличить количество ботов. Что ж, давайте выберем карту и мапу. И начнем. Просто покажу, какой тут режим. Он довольно легкий, потому что я поставил самых легких ботов. Чтобы играть, нам нужно просто нажимать один раз на экран, на территорию, которую мы хотим захватить, и нажать на эту зеленую кнопку. Этими цифрами отмечено, можно сказать, количество мощи, которое у нас есть на данный момент. Чем больше территории, тем больше очков мощи мы получаем. Карта достаточно большая, и всю захватывать ее будет довольно-таки скучно для нашего видео. Поэтому давайте выйдем из этого режима. Теперь давайте пойдем в мультиплеер. Как только мы сюда заходим, нам предлагают выбрать 6 карт и 6 режимов. Есть режим «Все против всех», это корона. Также есть командные режимы, где есть 3 команды, 6 команд, 4 команды. Давайте пока что выберем режим «Команда на команду». Также, как видите, появился черепок. Это у нас режим зомби. В этом видео я постараюсь вам показать все режимы в этой игре. Синим у нас показывается количество игроков, а красным отчет до начала игры. Идем в загрузки, и нам предлагают выбрать то место, где мы заспавнимся. Я выберу вот это. Мы играем за черных. И со мной, в принципе, рядом много красных. Ну, довольно. Что ж, начинаем захватывать территорию. Сразу же рекомендую отдалять камеру, чтобы увидеть, есть ли поблизости враги. Иначе будет уже слишком поздно. Как мы видим, рядом со мной достаточно много красных, которые быстро захватывают территорию. Давайте захватим территорию бота.
Рядом со мной пока что только лишь черные боты, и это очень плохо, потому что они мне не смогут ничем помочь, если на меня нападут красные игроки. Как мы видим, пока что ситуация практически равная, но красные имеют немного больше территории. Это мы видим по графику слева. Давайте используем наши эмоции в надежде на то, что враг не будет нас атаковать. Используем другую эмоцию в надежде на то, что враг не будет нас атаковать. Но он нас атаковал. Ну что ж, возможно, это был не самый лучший спаун. Но все же, как мы видим, скорее всего, красные победят. Что ж, давайте выйдем из этого режима. Давайте покажу вам режим «Все против всех». На вот такой вот красной арене. Так, мы играем за белых. Это можно увидеть по цвету ника в доске лидеров. Давайте выберем спаун вот здесь. А, нет, это режим против всех, поэтому здесь цвет ника не важен. Так, захватываем ботов. Здесь просто побеждает последний игрок, который захватил территорию всех других игроков. Как мы видим, справа у нас уже серьезный противник. Давайте попытаемся просто увеличить нашу территорию за счет свободного пространства. Ну и захватим немного территории ботов. Как мы видим, у него целых 30 тысяч очков мощи, и нам с ним не справиться. Можем попытаться заключить с ним союз с помощью одной кнопки, но не думаю, что нам это поможет. Используем эмоции в надежде на то, что нас будут атаковать. Хоть мы и заключили союз, это еще не факт, что он на нас не нападет. Как мы видим, он на нас нападает. Можем попытаться использовать другую эмоцию. Кажется, это был плохой вариант. И нас победили. Давайте покажу вам режим зомби. И это будет последний режим в нашем видео. Хотя нет, будет еще один режим, один на один. Если он нам выпадет. Все остальные режимы командные. Можно сказать, практически все против всех. Просто больше игроков, союзников будет за вас. Так. Выбираем наш спаун. Где-нибудь вдалеке. От наших союзников. Ну и от врагов. И так ждем, пока начнется матч. Вот матч начался, и сразу же захватываем территорию. Здесь у нас режим зомби. Так, подкупим немного мощи. И будем атаковать этого зомби.
Нам повезло вначале, то что он нас не убил. Пытаемся захватить территорию этого зомби и вот этого. Ну, как мы видим, мне конец. Слишком много тут черных ботов. Да, мне конец. Поэтому не советую вам спавниться в зомби-режиме вдалеке от союзников. И давайте я вам покажу вот этот режим один на один. Так, ждем еще 5 секунд, пока начнется матч. Что ж, выбираем. О, нет. Игрок уже вышел. Ну хорошо. Сейчас посмотрим. Так, вот. Время вышло, и у нас началось соревнование. Ну что же, давайте тогда попытаемся победить в этом соревновании. И заодно я вам покажу этот режим. Похоже, мне не победить. Я заспавнился сразу же рядом с врагом. Пытаюсь захватить больше территории. И заодно захватить территорию врага. Но у меня не очень это получается. Рядом есть синий союзник. А, нет. Здесь союзников, к сожалению, нету. Не ошибся. Здесь все против всех. И мне конец. Да, меня победили. Вот такая большая карта. В этом режиме. Что же, давайте тогда посмотрим режим с 6 командами. На выпала карта Гоми. Что ж, и мы играем за синюю команду. Предлагаю восполниться нам здесь. Хотя нет, лучше здесь. Но я, кажется, не успел. Нет, я успел восполниться в этом месте. Захватываем потихоньку территорию. Захватываем зеленых. Как мы видим, зеленый уже хочет нас победить. Ну, мы попытаемся отхватить у него территорию. Хоть это будет и безуспешно, но все же мы попытаемся. Так, также забыл упомянуть то, что мы можем менять то количество мощи, которое мы отправляем на захват территории с помощью вот этого вот ползунка. Вот, допустим,
Я хотел отбиться от зеленого, но меня уже захватил черный. Что же, давайте еще посмотрим. Последний режим. Это один на один. Надеюсь, в этот раз никто не выйдет из матча. И я смогу показать вам эту игру до конца. Итак, подождем еще 20 секунд. И мы зайдем в матч. Как мы видим, уже набрало достаточно много игроков в этом режиме. Целых 56. Что ж, игрок пока что еще не вышел, и это радует. Так, выбрали место в середине карты и попытаемся его обыграть. Как мы видим по таблице лидеров, пока что наш соперник бездействует. Возможно, он просто купит мяч. Так, захватываем ближайших ботов. Желательно захватить их территорию до конца. Да, как мы видим, наш соперник просто копил очки мощи. И он тоже уже захватывает территорию. И, как мы видим, гораздо успешнее меня. Ну что ж, ладно. Мы видим, у него уже 100 очков мощи, 100 тысяч очков мощи. И это очень серьезно. Так, давайте захватим эту территорию. Так, у нас уже 150 тысяч очков мощи. Давайте увеличим немного нашу территорию. Да, что ж, как мы видим, он быстро захватил территорию ботов. Что ж, вот он атакует нас и, к сожалению, побеждает. Ну что ж, вам...
Думаю, я вам показал практически все режимы в этой игре. Я вам не показал только лишь командный режим на 8 команд и на 4, ну, а также на 3. Думаю, вам понятна суть этой игры. Это простая игра для того, чтобы убить ваше время. Решать вам, играть в нее или нет. Всем удачи, всем пока.